Ну что, все, настало время есть. Это не сыр, это пармезан. Спасибо. Спасибо, Кристюшенька. Кушать ты хочешь, зайка? Надо бегать. А не кушать. Вилкой кушать, хорошо. Соня. Соня хочет тоже кушать. Я люблю покушать. Вот у нас вот такая вот получилась еда. Просто бомба. Это как бы луч. Луч. Так, вилку же возьму. Вот вилку по заказу. Хоть раз бы попробовать, да, попробуешь мой деликатес. Привет. Болеешь за Зенит? Нет, ёпта, за Зенит я не болею. I know that you need me, my girl. I know this one. This is the one question for you, Christy. Why we don't speak with you when I fuck you? Why we don't speak with you in English? Can you answer this question, please? Здорово, братан. Здорово, братка. Пойдет, ну, спасибо. Приятно аппетита тебе. Спасибо, дорогой. Как ты? Где ты живешь? Давно не видно, брат, тебя. Да. Работаю. На работу устроился, брат. Серьезно? Ну, прикинь. Прикинь, работаю. Да ладно. Перестань. В Москве или в Питере живешь? Сейчас, брат, подожди. Да, в Санкт-Петербурге, брат. Сейчас, секунду. Хорошо. Because we together have ecstasy and forget any language. Okay. Okay. We had together ecstasy, but you have ecstasy before me. Before me. About... До сих пор за тобой девчонки бегают, ты? До сих пор, брат, а это никогда не будет, потому что я же бог любви, брат. Ты знаешь, да, как переводится мое имя? God of Love. God of Love. Это бог любви переводится, брат. Серьезно? Да. God of Love по-английски это бог любви, брат. Я ем, короче, брат, говядину с макаронами, с пармезаном. Да-да, я за тобой зашлю каждый день. Ты бы охуел, просто это самое вкусное, что бы ты ел в своей жизни, я тебе говорю.
Серьезно? Да. 1000000%. Даже бесспорно, бля. Тогда хавай до конца. Посмотрим. Да ничего, здесь даже смотреть не надо. Ну, если ты мне плов делаешь, если ты мне плов сделаешь, мы с тобой посоревнуемся, но ты вот с этой хуйни ты кончишь нахуй. Ты кончишь нахуй с этой хуйни, которую я приготовил. Посмотрим, если придешь в Москву. Да нет, это тебе кажется. Ты человек, который пробовал мою еду, которую я приготовил, тебе скажет это. Я верю, брат. Ну что, скажи, как дела у тебя? Что нового? Ну, пока ничего, дочка родился. Живем нормально. Бра, да ну нахуй. Блять, пусть тебе твой Господь, Аллах, пусть тебе поможет. Нельзя пить при Аллахе, но пусть твоя дочка всегда... Самое главное, пусть твоя доченька всегда будет здорова. Всегда. Всегда. Спасибо. Самое главное, чтобы спасибо. Она была всегда здоровая и счастлива. За тебя, за спасибо. Твою дочь, брат. Спасибо. Я тебя поздравляю. Спасибо. Я тебя поздравляю. Когда день рождения у твоей доченьки? В сентябрь, конце. С днем рождения, дорогой. Спасибо. Где дочь твоя? В Узбекистане? Нет, она здесь. Вот тебе пиздец тебе. Я уже стал большой человеком. Пиздец тебе, да. Бог дал, очень хорошо на работу устроился сейчас. Куда, брат? А, бизнес открыли, небольшой. Да что ты говоришь, блядь, какой же ты бизнес открыл? Хлебом занимается. Хлебом? А-а-а. Святая работа, дружи, святая. Ну да, стараемся. Молодец, поддерживаю, уважаю. Что скажешь? Ну что-то. Пока что новость у меня вот это самое главное. Конечно, это безусловно, брат. Ребенок это самое главное, брат. Да, самое главное, много чего ты поддержал меня, брат. Я к тебе, ты знаешь, как я к тебе отношусь искренне, ты помогал мне очень много в этой жизни, ты хороший человек, ты очень хороший человек, и тебе поэтому Господь Бог тебе поможет, и у тебя все будет хорошо в этой жизни, мой брат. Я тебе клянусь, я тебе обещаю это, что в твоей жизни будет все хорошо, и самое, у тебя все будет прекрасно. Спасибо. Самое главное, не изменяй своей жене, брат. Угу. Понял меня? Конечно. Понял меня? Да. Да. Если ты это сделаешь, то ты за это очень высокую плату заплатишь, брат. Ну да. Спасибо за хороший совет. Да, брат. Никогда не изменяй. Всегда будь верным. Если разлюбишь ее, просто скажи ей, я тебя разлюбил, малыш. И делай все, что ты хочешь, но никогда не делай это за спиной. Запомни это. Угу. Хорошо? Обещаешь конечно, мне? Конечно. Обещаешь? Конечно. Смотри. Стараюсь. Сам как? Сам рассказывай, брат. Да что мне рассказывать? Я что? Я любовь свою ищу. Серьезно? Да. А это... Как этот? Да как этот? Правильно ты говоришь, брат. Никак, брат. Не получилось? Не, не получилось. Не получилось, брат. Предатель она, брат. Серьезно? Любовь свою предала, да. А ты знаешь, какой я мужчина? Ты знаешь меня? Какой я мужчина, как, и меня нельзя было предать. Конечно. Я же сам с тобой встретил, знаю, ты какой человек. Да, брат. Ты знаешь меня, какой я человек, какой я по жизни, какой я... Ну вот, видишь, как произошло. Но я не расстраиваюсь, брат. На все воля Господа Бога нашего.
Конечно, Аллах всем помогает. Бог. Да, брат, тебе Аллах помогает, мне Иисус Христос помогает, брат. Мне даже не Иисус Христос. Иисус Христос мне, дружище, прощает все мои грехи. А мать, мама Иисуса Христа мне помогает. Конечно, конечно. Тут пишет тебя, Алена изменил тебя, пишет. Жизнь изменила меня, да, очень сильно, друг. Да, очень сильно меня изменила жизнь. Питер, где живешь? В центре? Фух, тяжелая тема, брат. Тяжелая тема для разговора, брат. Да, лично позвоню потом. Который мегафон работает, да, у тебя? Напиши мне в директ, я тебе напишу все свои телефоны, там, какие у меня есть, брат. Все, все, брат. Я тебя уважаю, люблю. Дай Бог, чтобы все было хорошо. Давай, дорогой мой. Я люблю тебя. Давай. Давай, удачи, брат, давай. Взаимно. Дай Аллах тебе помощь. Спасибо, Кристи. Спасибо, Кристюшенька, зайка. Спасибо, зайка моя. Спасибо. Спасибо всем, кто меня поддерживает. Спасибо, дорогие мои. Я вас очень люблю сильно. Все хорошо, я не грущу. Моя мама? Где моя мама? Моя мама... Моя мама очень далеко.
Дрался последний раз я сегодня. Ну как дрался, я выключил типа просто и все. Нет, я никуда не вернусь. Я никого не люблю. Здравствуйте. Здравствуй, Лера. Как у вас здесь? Замечательно все. Как твои дела? Все хорошо. А что вы плачете? Кто плачет? Ты что, забыла, Лер, как я плачу? Может, у вас... Нет, я не плачу. Я же актер. Как твои дела, Лера? Как мама? Как мама? Как твои дела? Тебя не слышно, Лев. Я говорю, у меня все хорошо, и у мамы тоже. Ну, когда малыш-то уже долгожданно родится? В сентябре. В сентябре, а? Да. А сейчас что? Что? А сейчас какой месяц? 28-я неделя. Я не понимаю вот. У меня еще не было детей, я поэтому не понимаю. Ясно.
Что тебе ясно, Вера? Все ясно. А как же Алиса? Нет, зайка, ты еще очень маленькая девочка, поэтому тебе в этой жизни еще ничего не ясно. Ты очень еще мала, Лера. У тебя есть парень, Лера? Нету. А? Нету. Как нету? Ну, я еще маленькая. Как маленькая? Тебе сколько лет? 15. Ну так просто, я же не в каком-то там плане, просто... Нет, я пока об этом еще не думаю, потому что... может, ты влюблена в кого-то там, нет? Нет. Ни в кого не влюблена вообще? Нет. Ни в одного? Ну, может, какие-то там теплые чувства испытывала к мужчине? Нет. У меня такого нету. Что? Ты никогда не влюблялась, да? То есть не было такого мальчика, чтобы он тебе больше нравился, чем я? Такого не было? Нет. И не будет, Лера? Ну, и не будет. Никогда не будет. Нет. Не будет. После школы, после... Не будет. Нет, зайка, не будет никогда. Ты сейчас просто со мной общаешься? И никогда не будет мужчины лучше, чем я запомнил тебя. Ну, в общении. Понимаешь? Ты готова с этим жить? Я. А Лера? Нет. Ну как нет? Ты думаешь, ну, лучше меня никогда не будет никого. Ну, понимаешь? Я отношусь к вам как к брату. Ну. А никто не спорит? Как брату ты ко мне относишься? А почему ты тогда мне не пишешь каждый день, как брату не знаешь, как дела у брата у своего? Я вас поздравляла. С днем рождения вы не отвечали. И что? Ну, есть братья, знаешь, какие, которые вообще не отвечают никому? Я знаю. Ну... Ты хотела бы брата себе, Лер? Конечно, хочу. У тебя кто будет, сестра или брат? У меня брат будет. Во. А папа где брат? На работе. Папа брата на работе, да? То есть, как бы, у них с мамой все хорошо, да, с твоей? Да, все хорошо. Угу. Угу. Ну, я очень рад. Может, расскажешь что-нибудь, Вера? Ничего. Может, что-нибудь спросишь там? Ты же должна что-то спросить у меня, правильно? Должна. Ну, спрашивай. Давай, я жду. Как жизнь молодая? Жизнь молодая? Жизнь молодая, детка, это у тебя. У меня уже взрослая жизнь. Подумай еще раз и задай вопрос другой. Ну, у меня больше нет вопросов никаких. Да? Это единственный вопрос, который тебя попросили мне задать? А кто тебя попросил? Я тебе вопрос задал. Не надо мне вопросом на вопрос отвечать. Больше ни фантазии не хватило, да, ни у кого ни на что? Да, Лер? Ну, вообще-то это как бы я от себя говорю, спрашиваю у вас. Ну, понятно. То есть ты как бы... Ты так хочешь, да, пообщаться со мной? Ты хочешь сейчас пообщаться в негативной ноте, да, Лер? Знаешь, я не люблю людей, которые врут мне. Очень сильно. Знаешь, Лер?
А кто вам сказал, что врет? Мне не надо ни у кого спрашивать. Мне ни у кого не надо спрашивать, Лера. Ты очень маленькая девочка, если что. И ты еще ничего не понимаешь совсем в этой жизни. Ладно, Лерочка, тебе пора спать. Так что давай потом с тобой, если захочешь, в прямой эфир зайдешь, свяжемся. Доброй тебе ночи, маме привет передавай. Чтоб все понимали, хотя ладно, я не буду, нет, это я не буду говорить. Я психику могу любому человеку сломать. Любому. Но я никогда не делаю это намеренно. О, у меня аж слезы потекли от чеснока, ёкало мне. Вот он, мой дорогой, вот... Сейчас я говорю, нет, мы колени не стулишь. Алло. Алло. Приветствую, Илья. Здравствуй. Как дела у тебя? Чё такой грустный? Да я не грустный. По мне видно, что я грустный, что ли? Ну, грустно, злой какой-то. Грустный, злой? Ага. Нет, ты меня еще не видел, значит, брат. А что у тебя случилось? Что у тебя за трагедия, если тебе не секрет? Можешь рассказать? Трагедия? У меня нет никакой трагедии. Все замечательно, все прекрасно. Ну, ты злись, матерись, психуешь на всех. Матерюсь? Ну. Это я эмоции негативные из себя вот таким образом. А что случилось? Ничего не случилось. Все прекрасно. Понял. Приятного аппетита. Спасибо, дорогой. Как у тебя дела? Да, нормально. Тоже вот отдыхаю, расслабляюсь. Твой... Отдыхаю. Каким образом ты отдыхаешь и расслабляешься, скажи мне? Ну, выпиваю шампанское. О, шампанское. Шампанское, это серьезно. А я водку с пивом пью. Тоже нормальное дело. Да, неплохо, довольно-таки. Водка с пивом-то вообще заходит так-то. Водка без пива, деньги на ветер. Да. Ну и что, сколько тебе лет? Мне 26. Угу. Чем занимаешься по жизни? Работаю оператором в линии, занимаюсь спортом. Могу выпить иногда, отдохнуть куда-нибудь, сходить с друзьями. А так, угу. Простой парень, как бы, вот так вот. Ну, такой же, как я. По всей видимости. Как тебя зовут? Ваня. Иван. Меня Илья зовут. Очень приятно, Иван. Приятно. С какого ты города, Ваня? Екатеринбург. А так, в Екатеринбурге и живу, а так я родился в городе Сургут. Сургут. Угу. Знаю такой город. Ну и чего, как у тебя с личной жизнью, Ваня? У меня нормально, сын вот год и 4 скоро будет. А, ты женат? Да. О, молодец, правильно, молодец, умница, поздравляю, это самое лучшее. Жена, он там спит уже. Жена твоя, сколько лет жене твоей? Она именно год старше, 27 ей.
Ну, это нормально. А малышу вашему сколько лет? 1 год и 4 будет, вот, 9-го. Прекрасно. По знаку зодиака кто? Я или он? Ребен, малыш, твой сын. Рыба. Твой сын. Рыба. Замечательно. У тебя есть дети? Давай тогда выпьем за твоего сына. Спасибо. Давай. Чтобы он всегда был самое главное здоровый. Спасибо. А все остальное это будет предел со да, здоровьем. Да, нет, все будет. Там, как говорится, там посмотрим, кто где ляжет, короче. Ну, я так считаю. Что еще раз? Там, короче, там посмотрим, кто где ляжет. Кто где ляжет, где, брат, не понял. Ну, имеется в виду, например, как тебе объяснить? Посмотрим, что дальше в жизни будет. Жизнь покажет, кто где ляжет, вот так сказать. Вот так понятно, сказать. Я тебя понял. Да. Понял тебя, дорогой. Спасибо. Чем занимаешься? Вообще, по жизни? По жизни, да. Ну, чем я занимаюсь? Работаю больше, больше времени работаю. Бываю. Кем? Оператор линии. Ты на телефоне, да, сидишь? Нет, я чисто машиной работаю. Там у меня, например, продукция идет, я ее упаковываю, машины, и вот. Ну и красавец. Не особо красавец. Трудно работать. Самое главное – работать. Да. Молодец, умница. Уважаю. Спасибо. За это. А так у тебя самого как дела-то? Вон рука поцарапана. Чего у тебя с рукой-то? Рука-то упал. Я слышал, вот в том эфире посмотрел, ты говоришь, типа там размотал кого-то, а что уж, ну если... Ну можешь... да, просто типы как, типы доебались. Просто так, что ли? Да, ну как просто так, они смотрели на меня просто криво, и я как бы это заметил и сказал, что ты смотришь, как бы. Но они почувствовали силу, потому что они были вдвоем, наверное, подумали, что, блядь. Доброго парня, доброту мою, доброту, брат, все за слабость за мою воспринимает, понимаешь, в чем прикол? Одного я выключил в раз, ну и с локтя выключил. Второго я чуть-чуть не поиздевался. Но это неправильно, так надо было второго тоже выключить в раз. Но над вторым я просто поиздевался, чтобы он посмотрел, во-первых, на своего друга, и во-вторых, понял, что так делать нельзя. Я его научил просто. Ему это очень поможет в жизни. Понял. Ну, я смотрю, жестко это ушатало. А что, они просто так доебались? Ну, может быть, я что-то не то сделал. Просто, ну, я не знаю. Психанул. Может быть. Ну, да, бывает такое. Я тоже немного раз дрался. Да, я люблю драться. Главное не очковать, как ты сам говоришь. Главное, чтобы... Конечно, конечно. Сзади не сдавать, а там... Перед любым. Любого разъебешь. Если сила духа есть. А если сила духа нет, то ты отсосешь у дрища, у самого хуёвого. Да. Чё, вкусно хоть? У тебя там горела кастрюля, блин. Ой, сковородка. Это шеф. Шеф на кухне. Ну я так, я видел твои блюда, да, тоже нормально так ты делаешь вещи. А, конечно. Самое лучшее. Да. И что, вот когда ты разъебал, ну, извини за выражение, ну что, они больше ничего не говорили тебе? Такого похуя. Ну они спали. Спали. А ты говоришь там из-за девушки, ну я еще вопрос можно задам, типа там девушка? Да, конечно. Предала там. Что случилось, если тебе, ну, если не секрет. Ты, по поводу не понял. Меня предала там девушка, ну, если я так правильно понял, типа, за девушкой вас там так это... Да меня все предали, брат. Все, кто со мной общался, меня предавали каким-то образом. А что, друзей нету? Нету. А почему так? Ну, потому что я человек очень честный, правдивый. И очень мало кто может правду принять на себя. Ну да, мало кто может сказать правду, типа, и сказать правду. Это мало людей. Мало кто так живет. Каждый кто-то врет. В каждом человеке есть враг. Конечно, все врут. Да. Каждый свой... Я не...
видел человека, который бы мне ни разу не соврал. Ну, у меня тоже есть, был друг такой, я к нему на свадьбу тоже приехал. Он меня тоже так же... Ну, пригласил на свадьбу, я приехал к нему. Мы так выпили. Mm-hmm. Его с ней друзья с работы, как бы, грубо сказать, выебнулись и со мной закусились. И как бы он пошел, мой лучший друг с детства, за них, и отписывал меня, как бы вот так грубо сказать. Ну, ты где живешь? В Сургуте, жил, сейчас в Екатеринбурге. А, в Екатеринбурге, да? Да. Ну, я приеду, как бы, мы накажем этого человека очень сильно. Но это было год назад. Ну, он не получил наказание, поэтому он нихуя не понял. Поэтому я его накажу, лично, я. Это вот такие друзья с детства. Я так считал. Ну, я его накажу очень сильно за это. Это очень большой проступок с его стороны. Ну, как бы я такой вот человек, как бы я не обидчивый, но все равно есть такая внутри, ну, осталось. Все. Мы накажем, дружище, мы накажем. Не спорю, что. Ладно, друг мой, мне просто все, я, короче, я устал, я, короче, мне завтра на работу, блядь, и... Я выхожу из прямого эфира вот прямо сейчас. Мне с тобой очень было приятно пообщаться, ты охуенный парень. Мы с тобой, я приеду в ЕКБ, мы накажем типа. Ну и всех, кто с ним там, блядь, будет там, пойдет. Поэтому, дорогой мой, самое главное, я желаю твоему ребенку здоровья, всего самого доброго. Еще раз я пью за твоего ребенка. Давай, спасибо. Не пей только много, не пей много, тебе еще семья, у тебя семья, все будет хорошо. Так что давай, дорогой, я давай. Прощаюсь со всеми вместе с тобой. Я... Пусть у тебя все будет хорошо в этой жизни. Будь счастлив, дорогой друг мой. Спасибо. Всего самого доброго тебе.